Дима, поделись секретом, как добраться из Новополоцка до Солигорска автостопом быстро. Быстро. Выходишь на трассу, голосуешь. Вот, я до Солигорска добрался на 6 машинах, как бы, больше всего времени провел в Минске, пока с одного конца города в другой добирался. А так, в принципе, ну, очень выгодно, бесплатно зато, как бы, ну, романтика сплошная. Долго приходится ждать, пока кто-то остановится на трассе? Да нет, в среднем минут 15-20, это максимум. Удивляются водители, когда узнают, что едешь на футбол? Да, сегодня один человек, неужели такой преданный фанат, с Новополоцка в Солигорск приехал? Я говорю, ну а как по-другому? Это ж моя команда, надо поддерживать, тем более Нафтан показывает такие результаты в этом сезоне. А скажи, почему не организовано со всеми болельщиками? Ну, это у меня там свои, как бы, ну, финансовые немножко такие у меня проблемки сейчас, что вот, ну, нет финансов, чтобы ездить со всеми, как бы, ну, и автостопом мне нравится путешествовать. Тогда реальный тебе респект за то, что даже испытывая финансовые затруднения, едешь поддержать свою команду. Вперед, Нафтан!